Hello, друзья, с вами StevPro, и сегодня я покажу вам, как взорвать ядерную бомбу в Minecraft Pocket Edition. Что ж, для этого вам первых понадобится установить мод Factorization, после чего поставить саму ядерную бомбу и в руки взять заряженный кристалл и тапнуть этим заряженным кристаллом по самой ядерной бомбе. И мы увидим, что у нас начнут появляться цифры, которые означают, что скоро произойдет глобальный взрыв, который унесет, ну, не полмира, но процентов 20 от мира. То есть появится довольно большая воронка. И из этой воронки будет появляться черный дым. Да, но сейчас мы все увидим. Ну что ж, надеюсь, вы готовы. 5, 4, 3, 2, 1, и все. И катаклизм начался. Да, начинает все прогружаться. Ну что ж, пока все у нас начинается без лагов, но мы подождем. И вот появляется этот самый дым, о котором я вам говорил несколько минут или несколько секунд назад. Да, он просто божественный, это просто красиво выглядит, но, если честно, он напоминает какой-то гриб, а может быть и дерево, но все же это вот такой серый, уже серый, а до этого был желтый дым, да. Это просто большой кратер. И в этом видео вы увидели, как взорвать настоящий ядерный реактор. Те, кто до этого не умели, теперь, надеюсь, вы научитесь, как взрывать эти ядерные реакторы. Но это просто неописуемо. Ну и что ж. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.